утро на Енисее. Спорт люблю, поддерживаю, советую всем заниматься. Раньше занимался легкой атлетикой. У меня был бег на короткие дистанции 100 метров и челночный бег. А лучший результат на 100-метровой дистанции бега у меня была 10 секунд и 1 доля секунды. Спортом особо не занимаюсь, но смотрю периодически. Особенно фигурное катание нравится. А почему сами не занимаетесь? Больше мне творчество нравится. Собирать что-нибудь, вышивать. Постоянно ходим, занимаемся скандинавской ходьбой. По утрам зарядка, естественно, и обливание холодной водой. С детьми бегаем, прыгаем на выходных. Знаете, не часто уже. Нет сил на это. Работа, поэтому не часто. Раньше волейболом занималась. Рекомендую. И когда-нибудь за себя возьмусь. Волейбол люблю. Я люблю именно командное, что тут можно взаимодействовать со своими сокомандниками. Дома йогой по видеоурокам онлайн. Результатов особо нет, но хотя бы хоть в какой-то форме физической пытаюсь себя поддерживать. Какой-нибудь жиросжигающая тренировка для того, чтобы тоже вспомнить, что ты все-таки живешь, а не сидишь там постоянно за компьютером. Я люблю заниматься йогой, растяжкой, занимаюсь почти каждый день по утрам. Мне очень нравится. Развивают все группы мышц, вот, поэтому всем рекомендую. Очень часто занимаюсь спортом, большой теннис рулит. Говорят, что это очень даже хорошо влияет на зрение, потому что мячик туда-сюда прыгает, вот, всем рекомендуется. А на тело, да, безупречно это влияет, потому что через 5 минут ты полностью мокрый, и с одной стороны ты по телевизору такой смотришь, что, а чё не отбивать-то мячик-то ракеткой? Ну, вот вы придите, попробуйте, не так-то уж это и просто. Занимаюсь стретчингом. Больше как-то по растяжке, по шпагатам. Так, ну, люблю фигурное катание. Наблюдать очень приятно. Сама раньше каталась, сейчас, конечно, редко, но прям с детства, с первого класса прям обожала вообще. Все время на каток после школы. Хочу чувствовать себя живой просто и все. Потому что, ну, спорт – это жизнь.